Я не вижу никакого вдохновения. Наверное, мы его все-таки спугнули. Всем привет. Приветствую на канале Dark. Давненько меня не было. И вы, наверное, сейчас думаете, где Undertale? Однако я решил разнообразить свой контент. И сегодня нас ждет кровавая битва между двумя мутированными мультяшками. Чернильным демоном и мультяшным котом. Данные персонажи много чем схожи. К примеру, способностью менять свою одежду. Темными оттенками внешности. А также тем, что они невероятно опасные мультяшки. Габариты. Рост мультяшного кота может меняться по его желанию. Однако чаще всего он пристает около 3 метров. Как было видно, Бенди значительно превосходит главного героя по росту. Так что его размер можно принять также за 2 или 3 метра. Однако надо понимать, что оба персонажа могут всячески манипулировать своим телом. Так что здесь можно присудить ничью. Оба персонажа явно сильнее обычного человека. Так что здесь я присужу ничью, ибо оба персонажа вряд ли как-то сильно опережают друг друга. Плюс оба персонажа могут менять форму своего тела. Стойкость. Cartoon Cat состоит из чего-то жидкого, напоминающего чернила. Неизвестно, можно ли нанести ему какой-либо физический вред. Чернильный демон является бессмертным. Любое оружие бессильно против него. А даже если вам и удастся нанести ему вред, то никто не отменяет регенерацию. На мой взгляд, Бенди показал больше. Про кота просто ничего не известно. А вот Бенди имеет бессмертие, регенерацию и неуязвимость к физическим атакам. Скорость. Вот тут уже про Cartoon'а есть пару фактов. По одной из версий он передвигается с довольно большой скоростью. Также он может передвигаться абсолютно бесшумно. Про Бенди уже не так все хорошо. Зачастую он не способен догнать обычного человека. Нельзя сказать, что он медленный. Но все же Cartoon Cat выглядит более убедительнее. Способности. Cartoon Cat умеет удлинять конечности и всячески манипулировать своим телом. Также, как уже говорилось, он передвигается абсолютно бесшумно. Бенди является бессмертным, умеет телепортироваться, создавать чернильных монстров, создавать чернильный дождь, который способен убивать различных существ. Обостренный слух, манипуляция чернилами, метаморфоз, проход сквозь стены. И думаю, вы поняли, что здесь огромный перевес за королем чернил. Теперь давайте обсудим то, как персонажи смогут навредить друг другу. Удары Cartoon Cat вряд ли принесут серьезного вреда чернильному демону. Ибо второй имеет регенерацию и в принципе ему класть на физический урон. Делаем вывод, что кот едва ли навредит танцующему демону. Что же до Бенди? Его удары, скорее всего, также будут малоэффективны. Ибо Cartoon имеет прекрасную скорость. А вот чернильный дождь вполне может быть эффективным. Ибо этот самый дождь способен убивать тех же мясников, которые состоят из чернил. Но, во-первых, они должны находиться в месте, где есть потолок. А во-вторых, не факт, что это подействует. Какой же из этого мы можем сделать вывод? Если чернильный дождь будет эффективен против кота, то преимущество будет на стороне Бенди. Однако, если дождь будет бесполезен, то выйдет естественная ничья. Ибо оба наших гостя не смогут навредить друг другу. И оба участника получают по 50% шанса на победу. С небольшим перевесом на стороне Бенди. И, конечно, не забываем про голосование. Пишите хэштег кот, если вы за Cartoon Cat, и хэштег чернила, если вы за Бенди. К слову, в предыдущем ролике у нас также была ничья. Напоминаю, в нем сражались Эрор и Дельта. Ну что ж, вот и закончилась первая битва после моей спячки. Пишите в комментариях, согласны ли вы с моим мнением. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, пожалуйста. Также можете заценить мои предыдущие видео. Ну а с вами был Dark. Я пошел отдыхать еще полгода.